Ой-ой-ой-ой-ой, это настоящий подарок, и это гол! Анатолий Никонцев забивает в меньшинстве, делая счет 5-4. Вторая игра в этом сезоне, когда «Спартак» забивает Борису в меньшинстве. Просто кошмар какой-то для Гроховина и Бориса. Григорьев выбросил. Там клюшка до этого сломалась. Удар на Дитса. Он поехал то ли в зону, то ли к скамейке. Тоже какая-то неразбериха. В итоге падает на лед Гроховин. Там споткнулся. Непонятно вообще, как такое могло произойти. Ну и Анатолий Никонцев забирает шайбу, закладывает вираж. И это повторение его личного рекорда. 14 шайб в сезоне. Дальше, дальше, дальше.